классные мы подвески сделали. Привет! Привет! Мы делали первый раз их. Так что вот такая елочка. С двух сторон она у нас наклеена. Отдекорировали. И вот такая вот звездочка. Ну, надо еще сделать. А сейчас мы с Вероничкой... Всем привет! Сегодня мы будем есть одну из шоколадок на воре Милка. Да, Милка. Я выбрала вот такой вот молочный белый шоколад. Угу. Такой вот. И я ее уже раскрыла. Покажи, какая она там внутри. Наверное, ух ты, пятнистая, глянь. Да, давайте ее отломаем. Вкуснятина. Тебе. А, давайте по кубикам, потому что я хочу ее сохранить. По кубикам? Да, по кубикам. Это тебе. Да, ты очень щедрая, Вероника, вообще. Вообще. Спасибо за один кубик шоколадки. Она очень, очень вкусная. Вкусновато, но маловато. На. На. В общем, у нас подготовка и декорации идут полным ходом. Да. А вы там уже украшаете свое жилье? Конечно, я потом эту коробку буду использовать для DIY. Вот такая вот красивая. Угу. А я хочу еще попробовать с фундуком. А у нас дождь на улице, плюс 2. Такая мерзость, прям ледяная корка на дорогах. Я хочу попробовать молочный. Так что... Вот такие вот дела. Малыша. Всем привет! Куда побежала? Да ты ему портфель, да не надо пачкать. Мы едем на английский. Да. Зачем тут пластинка? У меня клыки. Покажи. Пластинка, да. В общем, у нас сеть влогов новогодних продолжается. И, в общем, сейчас мы едем на английский. А потом поедем в магазин, нам надо заехать, там кое-что купить. Ой, снег тает. Тает, да. У нас, кстати, вон какая грязюка. Все сыро и мокро. Вот, друзья, у нас вообще дождь. Под ногами черти что. Лужи. Так, сейчас мы заводим машину. Где ты елку видела, Вероника? А, у нас вон, да, в той коробке вот в этой елка. И вон там у нас елка тоже маленькая. Так что скоро... О, слышишь, как дождь шумит, да? Скоро будем наряжать. Ребенок и так уже просит. Елку хочу! Так, друзья, все, я приехала. Вероника у нас на английском. Хотела с вами поболтать в машине. В общем, она у меня категорически отказывается ходить в художественную школу. Мы вот проездили 2 года. И сейчас 3-й год пошел, 3-й учебный. Она сказала, что не хочу я ездить. Все мне надоело. У нее каждый выходной, у нее с утра какие-то чуть ли не истерики, капризы. Я не хочу. Я говорю, а на английский ты хочешь ходить? На что она сказала? На английский хочу, мне нравится. И, в общем, я не знаю, друзья, что делать. Я просто думаю о том, что насильно заставлять посещать то или иное мероприятие, занятие, я думаю, что пользы от этого не будет. Только нервная система будет расшатана. Она сегодня такая в настроении, довольная, что мы не пошли в художку, а пошли на английский сразу. И причем это занятие проводится в одном и том же здании, только в разных кабинетах. Вот, конечно, мне так все это видеть тяжеловато. Ну, я думаю, что я заставлять не буду. Я говорю, может быть, пройдет время, после новогодних праздников ты немножко отдохнешь. И захочешь ходить, а она говорит, нет, говорит, я сомневаюсь, навряд ли такое произойдет. Так что, друзья, вот такие вот у нас дела. Я просто по себе знаю, что когда меня
как бы заставляли ходить в музыкалку, да, раньше. Я вот через силу ходила, мне это вообще особо не нравилось. И в итоге я все равно бросила. То есть я один раз бросила, потом опять восстановилась, по-моему, через год. Попробовала опять походить. И, в общем, наверное, к 12 годам я в итоге бросила окончательно музыкалку. И, в принципе, из этого ничего хорошего не вышло, как вот из моей практики. Поэтому я думаю, что с Вероникой будет то же самое. Я думаю, что она найдет себя в жизни, если это ей нравится. Она дома очень много занимается, ей нравится что-то вырезать, клеить, что-то декорировать, всякие вот эти DIY-ки она делает, да. То есть, как бы, когда у нее настроение есть. А здесь, получается, на занятия есть у тебя настроение, нет у тебя настроения, ты все равно должен прийти на урок, вот, и сидеть заниматься. Есть ли у тебя какое-то там вдохновение для рисунков или нету, никого это не волнует. Так что вот такие вот у нас новости. Ну, сейчас английский закончится, поедем в магазин, я хочу купить кое-что для имбирных пряников уже, попытаться испечь нужное имбирное печенье, немножко так потренироваться, вот, чтобы потом к Новому году испечь много-много пряничков и раздавать родственникам, друзьям, знакомым. Ну, как бы угощать такой новогодний презент. Вот, я, в принципе, об этом хотела с вами поговорить. Вы напишите, как ваше мнение, вообще стоит ли ребенка заставлять, что вы вообще по этому поводу думаете. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Так что так. Мы уже дома. Сейчас вам покажем. О, какие ушки милые. А, сейчас сегодня в Луки купила такие вот за сколько рублей? 49. 49 рублей. Такие вот уши. Там были ушки зайца, пантеры и дьявола. Но я выбрала кошечки. В общем, кот наш покойся не находит. Он на Веронику смотрит, хвост трубой. Ой, смотрит. Такой, посмотрите на меня. О, все, ушел. Вот так вот. Так, ну, Вероника подозрительно смотрит. Он не поймет, что она у нее на голове. Кстати, помните, что мы в каком-то видео говорили, что, наверное, видео галопом по Европам? Ну? Там вот, где будут подсказки, там вверху будет видео подсказки. Ну и что? И, короче, мы говорили о блокноте, которым я хотела. Он стоил 349, точнее. И мы его купили наконец-то. Давай, показывай. Там были очень такие красивые цвета, я выбрала самые красивые. Та-да-да-да! Ну, показывай. Вот такой вот, тут написано органайзер по-английски. И он такой вот серенький с листиками. Так, ну. Там я его очень трудно искала. Сначала такой, потом... Ну, раскрывай, показывай нам про блокнот. Он на магнитике. На магнитике, вот так вот, и открываете, пока у вас видны только два блокнотика. Тут я уже просто положила. Вот, тут написано адреса и телефоны. Тут можно писать. Ну, а там на развороте. А если развернуть так, то у вас уже три блокнота. Адреса и телефоны, планинг, значит, планировать, вот, планирование всяких. Угу. На целый год, но я его на следующий год оставлю, потому что я хочу. И это уже записная книжечка. Записная книжка. В записной книжке я записала слова по-английски и перевод. Ты можешь. В общем, для школы я его завтра возьму. Вот, и короче... Короче, ты завтра еще возьмешь вот такой ланч-бокс. Мы сегодня купили за 52 рубля. Очень классно. Ланч-бокс купили. О, и там уже батончик уже свежий. Шоколадный. Да. Вот, ну.
Еще мы купили тоже в Икее формочки, пряничные человечки, наконец-то! А вот такой вот маленький человечек. Родился. Маленький. Дальше такой вот, который пошел в садик. В школу пошел. Взрослый и пожилой. А потом уже и крестики на будем глазах. Будем с Вероникой лепить имбирных человечков, а потом их раскрашивать. Я тоже слеплю все, и мы снимем видео, как мы их делаем. Обязательно снимем, да. Такие у нас вот покупочки на сегодня. Да, очень классно. В общем, мы уже сейчас пойдем спать. Да. Такие рожки милые. Не рожки, а как пушки. Вот, так что будем с вами прощаться. До следующих влогов. Спокойной всем ночи. И пока.